Можно ли за 10-секундный отрывок песни определить, кто ее исполняет и название? Мы решили это проверить на участниках конкурса Karaoke Battle 2016. Музыка – это моя жизнь. Я более всего я предпочитаю музыку такую более легкую. Я не люблю всякий тяжелый там рок, металл, возможно. В душе я лирик, но все то, что, я не знаю, крутится на какой-нибудь там плюс, вот, то спокойно угадаю, меломан, в общем, слушаю все, что попадется под руку. Десяти секунд, конечно, достаточно. Я не знаю, что это за песня, но знакомо, но не знаю. Да, мне тоже знакомо, я даже предположить не могу. Где-то свадьба, свадьба. Наверное, Муслим Магомаев, наверное, свадьбу пела, я думаю. И плясал, или, ну, это оригинал, по-моему, Муслим Магомаев вроде свадьбу пела. Это из песни Мира Сэч Ост, если я так скажу, но не помню, кто поет, но знаю, что это... Oh my God. Короче, это саундтрек к песне Мира Сэч, ну, там уж сами думайте, как. Evanescence? Нет? Да, она. Black Eyed Peas? Нет, какой-то мир слов. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, по-моему. Нет. Pump it. А я сижу, курю. О, эстрадный, знаете что? Да, это гуф, сплетни, по-моему. Продиджи, наверное, а может быть... Либо Продиджи, либо Фэтбой Слим, наверное. И лампа не горит. Сплин. Блин, романс? Нет. Да. Романс. Сплин. Я, мой рэп это не твой рэп. Твой рэп это не мой рэп. Может быть, хлеб. Наверное, хлеб трек. Не знаю. Jesus. Может быть, Depeche Mode. И Jesus, или не помню, как-то сидит там Jesus точно есть, Depeche Mode, наверное, да. I like big boys. Анаконда, Ники Минаж, воу! Нет? Блин, чё, нет, что ли? Что с ним? Дарфины пошли. Монатик кружит. You and me, песня, по-моему, называется. Don't speak, no doubt. О, ну, doubt. Ну, хорошо. Пусть. Don't speak. Так, вселенная бесконечна, но из MC. Респект за песню. Хорошо. Майя. В общем, она. Майя и. Да. В Макдональдсе были такие плееры, у меня, в общем, была эта песня на плеере. Тоже вот на плеерах Макдональдса. Так. Хаш. Только я не помню, кто это поет. Мы встретимся с тобою у первого подъезда. А, звери. Звери. Просто Кадиллак. Кадиллак будет. Ну, короче, звери, а песня. Ты сказала, будешь, и что-то я невеста там, что-то такое. Она читает метро на Булгаре. Земфира. Девочка связана, маме доказана. Земфир, короче. Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь? Но это не моя тема. Я просто боюсь сейчас назвать, потому что потом меня все обзовут, поэтому я скажу, что не знаю. Или какой-нибудь Кровосток, не знаю, выбери Кровосток. Guns N' Roses пусть будет. So am I still waiting? Как же их зовут? Pieces... нет. Блин. Сейчас скажу. Pieces 41 или что-то такое. Блин, короче, не помню. Короче, вот эта группа Still Waiting какая-то там. Stressed Out 21 Pilots. Блин, Sum 41, я вспомнил.
Из 37 песен ребята распознали 22, а 15 так и остались неугаданными. Но результат неплохой. Как широк русский рэп, оказывается, вот, да? Я узнал. Как широк мир, друзья, музыки. Да. О, как. И, да. Да и вообще мир в целом. Поэтому мы, если нас еще позовут, мы пойдем, постараемся угадать все.